Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешачок. Идем тем же самым составом, я показывал вам. Идем дальше. 36-й я прошел, идем на 37-е. Будем пробовать смотреть, что здесь. Здесь у нас зеленый смотритель, здесь у нас куча, скажем так, занос, который мешает. Но у нас есть уже, наконец-то, топовые прокачки, которые нас будут реально здесь спасать. Зеленый смотритель, против него красные тащат. Как видите, я бегу с тем же самым составом, и я просто в шоке, честно говоря. Посмотрите, что здесь делается. Просто жесть, ребят. Мне не надо там куча героев. Посмотрите, у меня герои, которые у меня с 20-м прорывом, просто по чуть-чуть, постепенно выносят. Самое главное, что у меня Фрея, Варжей, Огник и Лазурикс. Ну все, уже... В прошлом они были, уже нет, осталась только одна Фрея. Фрэнки, посмотрите, что делает, сволочь. Это просто жесть. Интересно, затащим ли мы этим составом? Ну, там, в принципе, я налегке затащил. Опять зависло. Это значит шанс на успех, то, что мы сейчас просто... пролетим. В общем, вот так вот прокачал некоторых героев, и не надо тут атланты там, убивалки разные, просто идешь тупо в лоб, выпускаешь героев с девятыми ожилами и не паришься. Как-то видите, у меня девятые здесь еще смотрители. Можно было бы, конечно, здесь красных собрать, думаю, было бы попроще, но интересно просто другой фракцией попробовать попроходить. Вот смотрите, Лазурикс. Лазурикс делает свое дело, остальные делают свое. Единственное, у меня тут Фрэнки. Мне немножко мешает. И получается, зеленые как раз против этой моей фракции. Они моих, по сути, просто выносят налегке. Должны выносить. Так они и делают это. У меня защиты против них нет. Давайте попробуем с другой стороны. Попробуем отсюда от Асуры. Конечно, это была хреновая затея, но пытка не пытка. Жесть, конечно. Хотя надо мне эмблемки поменять. Да, надо, по сути, эмблемки поменять. Я думаю, что такое? Так, против зеленых нам надо красные, да, поставить? Ну окей. Поехали. Думаю, нафига мне уже этот атлант? Реально. Так, тыкву такую оставляем. На Анубиса. Можно даже Ронина сюда запустить ради интереса. Так, Фрея. Красная и Огник. Тоже красная. В принципе, думаю, этого нам должно сейчас хватить. Мы ничего менять не будем. Реально очень круто помогают эти эмблемы здесь. Разница очень заметна. Вот. Сейчас они будут вблизи подходить. Вот я уже вижу, насколько выносят быстрее все. Смотрите, просто жесть. Разница, блин, на глазах заметна. Получается, герой бьет вблизи и сразу же срабатывает. Офигеть. Это просто офигеть, ребят. Пару эмблем поменяли и все. Вот смотрите, вот как поэтому.
По Асурику сейчас дополнительный удар проходит. Все. Все. Жесть. 37-я пройдена. Поехали дальше. 38-я. Что тут у нас, Огник? Да я шатал тебя, Огник. Сейчас, конечно, зря на Асуру выпустил всех, но... Это было явно зря. Жесть, как они долбят. У меня... Ну, в принципе, по чуть-чуть выносит. Смотрите, осталось именно тех 4 героя, которых прорыв прокачан хорошо, и они себе успешно здесь бегают. Ну, тут, наверное, нас сейчас сольют. Не наверное, а точно сольют. Попробуем с другой стороны. Да, блин, а я сидел по 4, по 5 часов, мучился на русском сервере. Нафига? Зашел вот так вот сюда. Поставил нужные таланты, руны. И будет тебе счастье. И не паришься. Посмотрите, что делается. Просто жесть. А опять Урник подбежал. Так, ну кого можно тут убрать, кто тут такой ненужный? В принципе, они все нужные. Давайте вместо купа кого-то поставим с красной. Кого такого интересного можно поставить? А, можно, кстати, Бугимена поставить. Он у меня тут хорошей сборки. Или Махатму. О, да, Махатма, кстати, будет очень круто смотреться. И сразу у нас будет красный смотритель еще дополнительно. Супер. Можно без напряга просто вот так вот начинать. Давай, мохнатка. Не, что-то пошло не так. Даже музычка замолчала. Ладно, пробуем так. Да, маловато что-то разгона. Как-то странно. Там и Кенди нам мешает, я смотрю. Так-то, в принципе, мы выносим неплохо. Сейчас попробуем еще разок. Отсюда, с этой стороны, разогнаться. Помню, заморачивался, вытаскивал тут Тессу, на Тессе разгоны получал, чтобы туда зайти. Сейчас это все настолько пофиг. Ты себе выпустил героя и смотришь, просто ждешь удачный заход, вот и все. Жесть. А, тут тотемы с асуриками, все, я вспомнил эту 38-ю. Тут тотемы, где асурики вылазили, я тут мучился очень долго у себя. Атланта еще с угла выпускали, все, вспомнил эту 38-ю, но, как видите, это уже нафиг не надо. Просто жесть. Смотрите, что делается. Отсюда не очень. А, вроде разгончик. Ну, разгончик был, но пропал куда-то. Так. Не, по-моему, через Огника самый идеальный у нас вариант был. Ладно, попробуем еще.
Попробуем обратно через Тессу. Тут надо немножко другую тыковку сюда брать. Тут другая тыковка заходит получше, чем эта. Ну, вроде плюс-минус нормально. Вот-вот-вот эти асурики, которые реально очень много проблем мне доставляли в тотемах. И они и сейчас, в принципе, доставляют кучу проблем. Как видите, этих, в принципе, сливают. Вот Лазуля остается, и этот. В принципе, фигня. Думаю, пару заходов удачных и затащится. Пробуем обратно отсюда. Посмотрите, сколько там урона приходит ему. Я офигею, сколько у него там той жизни. Идь. В общем, без Атланта можно, ребят, бегать. По сути, Атлант, опять же, наверное, скорее всего, бесполезный и ненужный для меня, по крайней мере, потому что я его чисто оставлял в алтаре из-за того, что надо было вот именно здесь потрешевать, побегать, попробовать попроходить, потому что было сложно. Возможно, дальше он мне нужен будет, я пока точно не уверен, я не смотрел там прохождение, просто же говорю, забил на эту локацию, когда докачал всех на максималку, смотрителя я имею в виду. Да, ну в общем, ладно. 37 я вам показал, 38 тоже запишу отдельный видосик, поменяю, возможно, немножко состав на правильный. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.